Кто это? Отец, я тебя спрашиваю, кто это? Кто это? Отвечай же! Ты в маминой постели! Кто это? Селин, одну минуту. Минутку? Извините, прошу прощения! Очнитесь, красавица! Кто ты такая? Вставай! Дочка! Простите, пожалуйста. Простите. Синан. Где задерживается эта девчонка? Разве Салиха Ханум не говорила не приводить девушку? Или я неправильно поняла? Послушай меня, Гюлию. Бесстыжая! О, на кого это кричит Селин Ханум? Господи! Как ты можешь спать в постели моей мамы, бесстыжая? Не может быть. Что ты здесь потеряла? Что ты делаешь в постели моей мамы? Ты кто такая? Кто? Селин! Селин, успокойся, что ты делаешь? Какая-то девушка спит в маминой постели. Как я могу быть спокойна после этого? Послушайте, у меня не было плохого намерения. Я твои намерения! Селин, успокойся или же иди в свою комнату, пожалуйста. Ну же, вы тоже соберитесь и выходите, пожалуйста. Что здесь происходит? Хазан? Сестра, не вмешивайтесь, нет ничего здесь. Нет, ничего, ничего, тетя! Нахожу какую-то девушку в маминой постели! Селин, хватит уже! Дочка! Дочка! Алло, Синан? Алло, ты меня слышишь? Здоровяк, ты где? Слушай, я не хочу, чтобы эту ночь ты провел в машине. Вернись уже домой, не расстраивай отца. Алло? Синан? Помогите! Вы кто? Помогите! Синан? Помогите! Помогите! Дочь прислуги спит в маминой постели! Прекрати, прекрати. Но простите, она же не чужая, не так ли? Дочь прислуги, ей захотелось спать, вот она и легла, да? Мы говорим помощники. Мы называем людей, работающих в нашем доме, помощниками. О, прошу прощения. Как мне не стыдно, да? Назвала помощницу дочерью прислуги. Ей захотелось спать, она и легла. А я не права, да? Селин, пойдем, успокойся. Ты знаешь, что я только что видела, брат? Хорошо. Поэтому и говорю, пойдем и успокойся. Ты был у изголовья! Но что в этом такого, не так ли? Следи за словами. Последний раз тебе предупреждаю. Последний раз. Говорила тебе, что она нравится твоему отцу.
Алло, вы их нашли? Егизбей, GPS-сигнал машины Синанбей идет с дороги по Кибербургас-Гектурк. Машина без движения. Она не движется, ты уверен? Да. Быстро скиньте мне геолокацию и направьте туда скорую помощь и полицию на всякий случай. Хорошо, Егизбей. Вы здесь заменяете Салиху Ханум. Договаривались на неделю, но не смогли поработать до конца. Ничего. Все равно в этом конверте оплата за неделю. Возьмите и покиньте наш дом. Я не возьму денег, которые не заслужила. Возьмите свой конверт и немедленно покиньте дом. Вам ясно? Я не беру денег, которые не заслужила. Вы это поняли? Мама. Мама. Идем, дочка. Идем. Иди. Иди. Синан! Брат, я здесь. Синан! Синан, поговори со мной. Быстрее, быстрее! Я тоже был удивлен, как и ты. Да, это неприемлемо. Хорошо, но тебе нужно покончить со своими выходками. Ты сейчас же поднимаешься к себе в комнату и ничего не говоришь, понятно? Но папа... Не говори больше ни слова. Поднимайся в свою комнату. Больше не о чем говорить. Ладно, Селин. Не затягивай, давай. Гихан, минуточку. Идем со мной, Селин. Как бы ты меня ни обижала, я твоя невестка. Я поддержу тебя. Идем, я тебе кое-что покажу. Идем. Ясемин. Ясемин. Откуда мне было знать, мама? Я всего лишь на минуточку прилегла отдохнуть, ну, чуток полежать. Откуда мне... Глупая. Ясемин, не глупи. Выйди из комнаты. Слушай, не зли меня, Ясемин. Выйди. Выйди. Минутку. Я не могу поверить отцу. Вместо того, чтобы поставить на место эту девушку, он еще меня обвиняет. Селин, Ясемин, что ты делаешь? Минуту. Видите ли, не прислуга, а помощница. Что за минута? Нет, что ну кто делаешь? Она такая? Что, по-твоему, ты делаешь? Выйди из комнаты. Гикхан нашла.
Я ее узнала, как только увидела. Вот она, девушка твоего отца. Ну как? Эта женщина вообще-то пришла на виллу заменить Салиха Ханум. Несмотря на то, что она не проработала и дня, я ей оплатила за неделю. Но она не приняла. Я оборвала ее связь с виллой. Это неправильно. Ей непременно надо заплатить. Я сказал, что мы с тобой потом поговорим. Узнал, папа? А? Это... Разве не дочь той женщины? Что делает эта фотография в нашем доме? Сюрприз. Оказывается, спящая красавица хочет быть избранной лицом нашей марки. Ты вспомнил галерею красавиц брата? Что сказал Синан об этой девушке в тот вечер? Не будь грубой! Научись тому, как следует разговаривать с отцом, и тогда приходи. Слушаю. Синан? Что? Кажется, вот привезли Синанбея. Смотрите, скорость, что да? Что произошло? Синанбей? Что случилось? Что произошло? Кто знает, что случилось с Синанбеем? Синанбей! Готов камеру, готов! Сказали, что была авария. Авария? Что случилось? Синанбей! Синанбей, это он! Я говорю, что случилось? Снимай, снимай, снимай! Снимай. Синанбей. Вы можете сказать? Вы можете прокомментировать? Дорогу, товарищи, дайте пройти, дайте пройти! А можно кто спросить? Там еще? Кого еще привезли? Девушка какая-то. Он был не один, да за девушка. Смотрите, там еще девушка. Снимай, снимай. Вы можете снимай. Прокомментировать? Товарищи, пожалуйста, она пожалуйста, жива? Пропустите, пропустите. Скажите, пожалуйста, как это произошло? Дайте пройти. А где случилась авария? Можете прокомментировать? Вы целы? Я Газбей, пожалуйста, пару вопросов ответить. Парочку дайте вопросов. Пройти. Пожалуйста. Я Газбей, пожалуйста. Комментируйте, где это произошло? Что с вашим братом? Добрый вечер, отец. Исин, сынок, как твоя сестра? Ты поговорил с Алихой? Хорошо, мам, потом поговорим. Почему потом? Я спрашиваю, ты говорил с ней или нет? Иди вперед меня, быстрее. Алло, ты меня слышишь, Исин? Хорошо, мама, и от меня передай всем привет. Что хорошо, сынок? Что мы будем делать с тем, что ты натворила, а? Что будем делать с твоими выходками? Иди. Мама, не делай так, мне и так плохо. Плохо ей. А мне каково, по-твоему? Да я тебя! Немедли! Иди! Мама, что ты делаешь? Возьми сумку! Фазилет Ханум, почему ты толкаешь девушку? Чтобы ты спросила, Юбла! Займись своим делом! Не ной! Я и так вся на нервах! Не ной! Не ной! От нервов я даже дверь открыть не могу! Давай я открою! Не надо! Я сама открою! А ты не плачь, я с тобой еще дома поговорю! Мама, что ты делаешь? Мама! Сейчас я тебя дома как накажу. Заходи домой. Мама Фазилет, зачем вы так с ней? Мама Фазилет! Гляди! Эдже! Эдже, ты в порядке? Ясин, что случилось, Эдже, сынок? Эдже, с тобой все в порядке? Когда мама Эдже, нет дома. Эдже! Вот кого ты достойна! Этот конокрад! Эдже! Ты достойна этого убогого сына Щукрии! Эдже! Эдже! Зря я строила на тебя планы! Зря! Зря! Эдже, Эдже, ты в порядке? Ну, никак не заканчивается у них ссоры. Эдже, слушай, я не уйду, пока не увижу тебя. Мальчик пристал к двери. Что там происходит? Эдже, не уйду, пока не увижу. Клянусь, они однажды убьют друг друга. Эдже, слышишь меня? Эдже, Эдже. Исин, уходи, пожалуйста. Эдже, Эдже, Эдже. Уходи, Исин, уходи, мама зарежет тебя. Глупая.
Глупая! Я говорила, что моя дочь достойна шелковых простыней! Пуховых перин! Мама! Ты достойна только этого! Мама, что ты делаешь? Мама, что ты делаешь? Я тебя... Ты уничтожила все мои надежды! Получай! Все мечты! Получай! Теперь спи на этом матрасе! Спи! Получила то, чего ты достойна! Не уйду, увидев тебя! Эджен! Эджен! Ломай! А я посмотрю! Ломай! А я буду смотреть! Ломай свою жизнь! Ломай! Давай разрежем на куски все наши надежды! Давай разрушим твое будущее! Ломай! Ты получила то, чего достойна. Спи здесь! Теперь это твоя судьба! Открой, или я сломаю дверь! Дверь сломаю! Давай, ломай! Давай, а я посмотрю, давай! Что происходит? Что с рукой? Сынок, что случилось, то случилось. Тебе какая разница? Эдже! Смотри, ну, ходи, если я пожалуйста. Еще раз увижу тебя у этого порога, я клянусь, я вызову полицию! Я полицию вызову! Сынок, пойдем, пойдем. Дядя, разве ты не видишь, как она извела девушку? Идем, сынок, идем. Ладно, хорошо. Я ничего не сделаю. Чего уставились? Чего уставились? Идите по домам. Иди. Мама, давай поговорим, пожалуйста. О чем нам говорить? О чем нам говорить? Скажи мне, о чем мы будем говорить? Ты плачь, плачь. Еще много плакать будешь. Всю жизнь будешь плакать. Я знаю, что сделаю. Алло? Да, я ее мама. 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 Эйсин, давай не мерзни, сынок. Иди домой. Давай, давай, заходи домой. Хорошо, тетя Хасибе. Вы идите домой, я тоже сейчас уйду. Стой, 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 стой. Что опять случилось? Садись, Эдже. Дочка, садись, садись! Эдже! Эдже, что случилось? Эдже, куда ты? Куда вы едете? Эдже! Что опять стряслось? Куда побежали? Мать моя, у них суета не заканчивается, никак не заканчивается! Что стряслось, Есин? Скажите, пожалуйста, в каком товарищ, вы состоянии? Пожалуйста, вы идите. Ответьте на пару вопросов. Не усложняйте. Пожалуйста. Сынок! Ответьте, пожалуйста, на вопросы. На пару вопросов. Ответьте, пожалуйста. Хазан! Папа! Папа! Хазан! Папа! Отец! Сынок. Бигхан, забери Селину, идите внутрь. Ну же, сынок, быстрее. Папа, ты в порядке? Да, в порядке, в порядке. Быстрее, идите, идите. Папа. Ничего не случится, не переживай. Ничего не случится, ничего не случится. Идем. Соберись, ты должен взять себя в руки. Как мне быть, Гюзиде, мой сын? Я знаю, родной. Если ты скиснешь, никто не сможет сдержать детей. Давай, родной, будь сильным. Хазымбей, мы проведем вас в зал. Где мой сын?
Я хочу его видеть. Сейчас это невозможно, Хазымбей. Я хочу видеть сына. Что значит невозможно? Где мой сын? Скажите мне, где он? Говорите. Мне нужно к нему зайти. Как он? Отец? Ягыс. Что произошло? Как это случилось? Мама! Не плачь. Хорошо? Мама! Не плачь. Сестра! Моя сестра! Не плачь, вот увидишь, ничего не случилось сестра. С твоей сестрой. Если бы случилось, я бы почувствовала. Пожалуйста. Хорошо? Я мать. Я бы почувствовала. Ничего мама. Не будет. Мама. Вот увидишь, ничего с ней не случится. Водитель, езжайте быстрее. Пожалуйста. Пусть только он придет в себя. Я знаю, что я с ним сделаю. Никто не сможет мне помешать. Никто. Он наверняка выпил. Точно был в стельку пьян. Пусть получит наказание, чтоб пришел в себя. Помолчи хотя бы в такой день, поняла? Брат. Брат, это ты нашел его? Какое у него состояние? Он разговаривает? Давайте пойдем и подождем в операционном отделении. Отец тоже нас там будет ждать. Давайте, ребята, соберитесь. Ну же, плакать нельзя. Мы должны быть сильными. Ну-ка, давайте. Селин, соберись. Ну же. Жив? Он ведь жив, да? Доктор Керем Аксой, пожалуйста, в реанимацию. Доктор Керем Аксой, пожалуйста, в реанимацию. Доктор Керем Аксой, пожалуйста, в реанимацию. Ну, завершилось? Вы смогли остановить кровотечение? Операция сына вашего продолжается. Главврач уже в пути, он также примет участие в... А вы зачем вышли? Если нет проблем, зачем вы вышли? Я вышел с другой операции. А семья подруги вашего сына здесь? Подруги? Кто? Кто его подруга? Быстрей, быстрей. Думаю, семьи и девушки здесь нет? Девушка, конечно же, девушка. Невозможно, чтобы это был мужчина. Я не знаю ни про какую подругу своего сына. Я хочу узнать о состоянии своего сына. Кто его подруга? Кто была рядом с ним? Скажите же, вы ее знаете? Кто она такая? Наверняка такая же редкая особа из его коллекции, как и ты. Может быть, одна из твоих подруг. Девочки, это очень некрасиво. Сама виновата. Зачем вообще сюда пришла? Что ж, когда очнутся, передадите им скорейшего выздоровления. Где? Где же? Где моя дочь? Вы видели мою дочь? Где моя дочь? Хазан! А они что здесь делают? Что случилось с моей дочерью? А у вас что за дела здесь? Где моя дочь? Госпожа, успокойтесь. Хазан Чамкыран, да? Да, я ее мама. Где моя дочь? Мы переведем вашу дочь этажом выше, вас там проинформируют. Почему сейчас не информируете? Почему мне не отвечаете? Что случилось с моей дочерью? Брат попал в аварию с дочерью этой женщины? А? Это... Минутку. С кем попала в аварию моя дочь? Мама! С кем? Я спрашиваю, с кем? Что случилось с моей дочерью? Мама. В чьей машине мама, была дочка? Мама! Как это? Мама. Кем она попала в аварию? Хазымбей, отвечайте! Пришел наш главный врач! На чьей машине ехала моя дочь? Как это случилось? Хазан! Мама! Хазан! Сестра! Хазан, открой, пожалуйста, глаза! Хазан! Хазан, открывай глаза! Что с тобой случилось, Хазан? Что случилось, дочка? Хазан, умоляю, открой глаза! Для Синанбея срочно нужна кровь, нулевая, отрицательная. Кровь? Ну же, детка, ответь на телефон, отвечай! Нулевая отрицательная, да. Нулевая отрицательная.
кого нет? Где мы живем? В горном ауле? В огромной больнице нет подходящей крови. Мы и кровь должны сами найти. Ладно, успокойся. Отец, не могут найти кровь для брата. Хасымбей. Умри, умри же, умри. Погибни во мне. Я не хочу тебя. Я не хочу, не хочу, не хочу. Умри! Слава Богу. Слава Богу. Спасибо, что помиловал мою дочь. Человек, который сдает кровь для вашего сына здесь. Вот эта девушка. Она поспела вовремя. Берем сразу два объема. Ай, больно. Уф. Сейчас выведу. Не зажимайте. Ну и что, что ее мама здесь? Приехал, зайду. Доктор Гювейден, вас ожидают в реанимационной. Боже, что за ночь? Доктор Гювейден, вас ожидают в реанимационной. Брат, ну что, нашлась кровь? Что за кислый вид? Не нашли, что ли? Нашлась, нашлась. Слава Богу. Тогда почему ты такой расстроенный? Кровь сдала сестра девушки, которая была в машине из Синана. Ну уж нет. Дочь этой женщины? Замечательно. Дочери той женщины повсюду. Ладно. Пусть только Синан поправится. Главное его здоровье. Кровь уже дали, теперь он будет в порядке. Тут только я удивляюсь всему происходящему. В доме появляется прислуга, и дочери женщины повсюду. Одна в машине, другая в постели. Ты о чем? Какая постель? Спроси у отца. Все, Игос, все. Что значит «одна в постели»? Где пункт сдачи крови? В той стороне. Потерпите немного. Сейчас закончится. Сейчас вывожу. Все. Поправляйтесь. Ой. Извините. Прошу прощения, пожалуйста. Я вцепилась вам в руку. Не проблема. Пусть ваш сын поправляется. Спасибо. Спасибо вам. Я благодарен вам за то, что вы сдали кровь моему сыну. Спасибо вам. Мама, я говорю, что услышала. Нужна нулевая, отрицательная. Я тебе сейчас такую группу крови устрою. Я тут переживаю твоей сестре, а ты мне о чем говоришь? Мамочка, послушай. Сестре уже лучше, и слава богу, все обошлось. Разве не жаль того парня? Дочка, они богатые. Стоит поискать, сразу же найдут. Не беспокойся. Они не нуждаются в твоей крови. Мама, я объясняю, что срочно нужна кровь. Состояние того парня критическое. Критическое, значит? Ты смотри на божьи дела. Ты погнал нас из виллы, а теперь нуждаешься в крови моей дочери, да? Да. Господь велик. Ты будешь мне жизнью обязан. Прошу, поправляйтесь. Спасибо.
Сестра, когда очнется моя дочь, а? Мы вели ей успокоительное, чтобы она спокойно спала этой ночью. То есть она будет до самого утра так да. спать? Ну вы не переживайте, она проснется без боли, не переживайте. Кому, как не мне, переживать, сестра? Скорейшего выздоровления. Спасибо. Проходите, проходите. Стойте, 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 стойте. Совсем забыла. Без памяти стала. Как там моя младшенькая? Что случилось с моей младшенькой? Что? Она же сдавала кровь для Синаны Гемена. Пожалуйста, прошу, скажите врачу, пусть не причиняет ей боль. Хорошо, сестра? Хорошо, я скажу. Господь тебя храни. Есин, я совсем забыла про тебя. Здесь такое произошло. Слышал, твоя сестра попала в аварию с сыном Эгименов, а ты сдала кровь для него. Погоди, мне нужно увидеть сестру, что это происходит. Это ты мне скажешь, что происходит. Пошли. Отпусти! Отпусти! Отпусти, Есин, что делаешь? Замолчи. Есин, что происходит? Молчи, иди. Есин, что с тобой? Объясни, в чем дело. Одна дочь в машине, другая в поселе. Что происходит? Доктор Гювейден, вас ожидают в реанимационной. Вас ожидают в реанимационной. Все позади, Хазымбей. Кровь доставили как раз вовремя. Слава Всевышнему, его жизни больше ничего не угрожает. Твоя сестра попала в аварию в машине этого бабника. Ладно, это понятно. Но что говорит эта женщина с рыжими волосами? Если та, что в машине, твоя сестра, то та, что в постели, это ты. Есин, не кричи, так, ну руки и ноги дрожат. Не избегай взгляда, не зли меня. Послушай. Если в машине была сестра, то в постели была ты. Эдже, не беси меня. Есин, отец. Не кричи при всех, я и так вся на нервах. Мы едем домой. Хорошо, сынок. Увидимся. Или ты сейчас все расскажешь сама, или я пойду и спрошу сам. Стой, 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 ни в коем случае не делай этого, слышишь? Тогда расскажи сама, что ты от меня скрываешь. Почему ты не хочешь, чтобы я поговорил? Что мне скрывать от тебя, Есин? Что такое говоришь? Это разве не та спящая красавица? Пошли, садись в машину, давай. Давай. Не зли меня, не доводи меня. В чью постель ты ложилась? Я не ложилась ни в чью постель. Что ты такое говоришь? В чью постель ты ложилась? Что ты такое говоришь? Эта женщина просто не взлюбила меня. Молодой человек. А, это же папа Эгимен. Давайте у него спросим. Он же взрослый человек и не станет делать что-то назло. Дочка! Ладно, сынок, хорошо. Спасибо тебе большое. Счастливого пути. До сих пор заставили тебя ждать. Иди, а то родители будут волноваться. Давай, сынок, иди. Будь здоров, передавай привет родственникам, давай. Хазымбей, он наш родственник, он переживает. Вот и спрашивает у дочери, на какой машине мы попали в аварию. Не так ли, дочка? Да? Конечно, мы непривычны к таким событиям, поэтому родственники сильно переживают за нас. Только вот вам надо предупредить вашего родственника по поводу поведения. Горячий парень. Бывает иногда. Кстати, большое вам спасибо за вашу помощь. От имени семьи я благодарен вам. Конечно, он должен быть благодарен. Ты обязан моей дочери жизнью. Даже если ты забудешь, я тебе на... Мама, что ты сказала? Какой родственник? Ты не вмешивайся. Я знаю, что делаю. Мама, ты только что солгала человеку. Почему? Дочка, твоя сестра попала в аварию с сыном этого человека, а ты стоишь перед больницей и кокетничаешь со своим бредовым. Хочешь, чтобы нас такими знали? Но! Никаких но! Он будет считать этого конокрада нашим родственником. Пойдем. Идем, идем, идем. Мы узнали данные девушки из машины Синанбея. Хазан Чамкаран. Знакомое имя. Брат, я хочу остаться здесь, а ты отвези тетю.
А есть смысл оставаться здесь и толпиться. Отцу еще и с нами возиться. Давай, дочка, пошли. Я отвезу вас и все равно вернусь. А вы приедете завтра утром. Хорошо, давай, дочка. Ну же, ну же. Когда ты уже остепенишься, сынок? Угу. Когда повзрослеешь? Как справишься с этой болью? Сколько еще будешь вредить себе? И как я без матери справлюсь с тобой. Сыночек мой. Нет уж, я не хочу отвечать на звонки. Люди спрашивают не состояние Синана, а больше интересуются этой девушкой. Хватит уже, Ясемина. Справедливость. Где справедливость? Если к тому же еще и узнает, что рядом была дочь прислуги. Ты осуждаешь других, а сама смотри, что делаешь, пока мой брат в больнице. Что ты делаешь? Это грехи твоего брата. Свалил все это нам на голову. Младшая дочь женщины настолько безрассудна, что ложится в постель твоего отца, а старшая рядом с Синаном. Интересно, в каком они были состоянии? По-настоящему, что произошло, мы узнаем, когда девушка очнется. Они навязались нам на голову. Кто кому навязался? Мы между собой разговариваем, Егас. Не говорите, пожалуйста. Прошу. Хотя бы в эту ночь не говорите. Хорошо. Мы не будем говорить в эту ночь. Как бы то ни было, когда Фазилет Ханум и дочери сядут нам на шею, других тем для разговора не будет. Никаких тем нет. Все это неудачное совпадение. Ладно, и ты не затягивай. Спокойной ночи. Еще и спокойной ночи желает. Как будто не он побледнел, когда сестра девушки сдавала кровь. Хорошо, хорошо. Ясемин, хорошо. Ты права. Хорошо. Теперь они от нас точно не отстанут, поверь мне. О, Всевышний. Ну вот, снова не отвечает на звонок. Пришли уже. Ну вот их дом. Сейчас узнаешь, обиделась она или нет. Ой, Всевышний, о, Аллах. Ой, Аллах. Прошу. Добро пожаловать. Проходите. Они наверху. Только на ночь глядя получилось прийти. Мы ведь не разбудили малыша? Нет, нет. Я все думала о тебе. Мне неожиданно пришлось приехать сюда и поставить тебя в затруднительное положение. Я купила билет, доверившись тебе. Что поделать? Значит, так было суждено? Правда, мне совсем не понравилась твоя соседка, но... Какая соседка? Фазилет Ханум. Кто ты сказала? Не стану врать. Если бы она не была твоей подругой, и Есин не сказал бы, что мама ручается... Есин? Фазилет? Добрый вечер.
Пришли результаты томографии. Доктор ждет вас. Хорошо, иду. Делаете? Почему вы встали? Где Синан Эгимен? Синан, бей в реанимации. Госпожа! Я Гызагимен вернулся. Не стой, иди. Спасибо. Господин. Господин. Скажите, вы сын Хазымбея? Прошу. Вы неправильно поняли. Я не попрошайка. Это ведь вашего брата показывали в новостях, ведь так? Да. Мне нужно идти, простите, пожалуйста. Минутку. Сколько лет разницы между вами? Умоляю вас, ответьте мне. Или вы ровесники? А зачем вы интересуетесь нашим возрастом? Хорошо, Гизида. Ягыз? Что она тебе сказала? Что сказала эта женщина? Я тоже ничего не понял. Принял за попрошайку, дал денег, а она... Сынок, о чем вы с ней говорили? Скажи мне, о чем? Да что происходит, папа? Ты в порядке? Про Синана спросила, про разницу в возрасте, глупости какие-то. Ты ее знаешь? Она перегородила тебе путь, и я подумал, что что-то важное. Все мы сейчас напряжены, отец. Ты тоже устал. Пойди отдохни немного, если хочешь. Проклятие! Что за божье наказание? Вставай, дочка, вставай. Сестры нет. Где твоя сестра? Вставай, вставай.
Ты поправишься. Я знаю. Знаю. Все продолжится с того места, на котором остановилась. Все снова будет как раньше. Я снова буду тайком наблюдать за тобой. И ты опять не будешь ничего знать обо мне. Пожалуйста, не больше одной минуты, Иксби. Я снова продолжу любить тебя издалека. Ты поправишься. Я знаю это. Я знаю.